Мы хотели бы пригласить на сцену людей, благодаря которым мы сегодня имели возможность наслаждаться талантами юных артистов, наших руководителей, педагогов-наставников, настоящих звездных тренеров. Итак, встречаем! Вокальная студия города Ахтын Костромской области и ее руководитель Лариса Крошка. Светлана Смирнова, образцовый детский хоровой коллектив «Забава», детской музыкальной школы номер 3. Татьяна Григорьева, хореографический ансамбль «Гармония» детской школы искусств номер 4. Николай Миклай, Ольга Миликова, театр «Банкулки», ансамбль «Зернышки», город Краматорск, Донецкая область. Марина Козяр, ансамбль классического танца «Буэлэ», детская школа искусств номер 4. Педагог и специалист музыкальной школы имени профессора Столярского Александра Миклевская. Анна Андропова. Илона Бессонова, ансамбль современного эстрадного танца «Планета детства». Татьяна Верди, студия «Песа Мама Мьюзи». Оксана Плиенко, образцовый хореографический ансамбль «Мозаика». Ирина Вырезова, театральный коллектив «Чародеи». Татьяна Александрова, вокальная студия музыкальной школы номер 2. Виана Зайчуковская, Одесский городской дворец детского и юношеского творчества. Наши гости из Днепропетровского края, город Кривой Рог, Галина и Елена Малютины, народный художественный коллектив театра танца «Имидж». Ваши аплодисменты нашим руководителям, нашим звездным артистам. Итак, провожаем бурными аплодисментами.